Иностранные студенты на месяц окунулись в процесс благоустройства Тюмени. Для этого заключили специальное соглашение между городской администрацией и госуниверситетом. Почти 20 студентов на время стали помощниками квартальных. Одна из них – Алехандра. Она приехала учиться из Колумбии. Ее специальность – международные отношения, однако следить за порядком в Затюменском парке девушке очень понравилось. Мы просто сфотографировали и смотрели, что все парки, да, были на хорошем, как хорошем состоянии. Тоже я узнала, как народ или общество должно быть, поддерживать территорию. Такое интернациональное сотрудничество стало взаимовыгодным. В первую очередь это интересно по общению, по взаимоотношению, так сказать, менталитетами, как у них, мы у них, допустим, интересуемся, как в их городах, как у них на родине, допустим, все это осуществляется. Им, конечно, в свою очередь интересно посмотреть, прям руками потрогать, что делаем мы, как содержится территория.